Здорово! Сегодня я обучу вас, как можно эффектно подснять колоду. Итак, давайте посмотрим. Берем колоду и вот таким вот образом подснимаем. То есть это очень эффектно выглядит, очень простое подснятие, но это еще и ложное подснятие, потому что сохраняет всю колоду в прежнем состоянии. Итак, давайте обучимся. Значит, мы берем супер колоду, это колода Infinity. Я в описании скину ссылку на плейлист, где можно найти обзор на эту и все колоды мои. Но начинаем. Берем колоду в левую руку. Так как стандартный хват, у нас есть большой, указательный, средний, безымянный и мизинец. И теперь мы начинаем действовать и хватаем вот в такой хват. Большой палец, указательный и средний. И делаем свинг-кат. Мы берем указательным пальцем, отделяем пол колоды и в левую руку это все перенаправляем. И не отпуская нижнюю часть, мы ее разворачиваем и кладем на большой палец левой руки. Теперь, вот как мы ее прокрутили, эту стопочку, на этих двух пальцах, так мы и держим. И теперь переворачиваем вот так вот вокруг этого пальца. Нижнюю стопочку мы отодвигаем и просовываем верхнюю стопочку под нижнюю. И теперь верхняя становится нижней, а нижняя верхней. Так, далее что у нас происходит? Ну, далее мы уже можем либо эту вот опустить, либо мы можем ее вот так вот еще перебросить. То есть, смотрите, давайте с перевернутой картой теперь посмотрим. Туз, туз. Погнали. Раз, два, перевернули, перекрутили, вот этот отодвинули и засунули под низ. Раз, два, три. И теперь еще верхнюю можно вокруг пальца прокрутить, либо можно просто взять это, подснять ее. И таким образом сохраняется вся колода и красиво подсняли. Насколько это действует, ну это я сколько не показываю зрителям, все время они думают, что это настоящее подснятие. Но на самом-то деле это подснятие ложное. Вот такое вот подснятие колоды, эффектное, классное. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь, до новых встреч, пока.